Давайте поиграем в мод, который мне прислал Электрик. Спасибо ему большое, потому что мне нравятся всякие вот эти переделки, всякие моды прикольные такие. Вот. Называется SCP-087-P. Ну, то есть буква P, а не B. А, ну, типа, кто делает моды, он типа разные буквы ставит в конце. Вот. Я еще ни разу не играл и не видел вообще этот мод на YouTube. Первый раз сейчас играю. Вот, он мне его прислал и сказал, типа, будет прикольно, если, типа, ты поиграешь и видео запишешь. Вот. Оба. Дверка закрылась. I'm coming to get you. Это, скорее всего, не ты ко мне идешь, а я к тебе. Потому что у меня... выбора нету, как идти вперед. А, сейчас выпрыгнет. Пишу опять на видеокамеру, потому что я намереваюсь полностью пройти до конца. Вот, если опять, если игра не вылетит. Потому что у меня эта ошибка, memory access violation, иногда выскакивает, когда я около 100 этажей прохожу. Чё-то там посыпалось. О, волки воют. Это волк, короче, пробежал, стену разбил и побежал дальше. Мне пол нравится, очень клёвый пол. Но стены, в принципе, кирпичные, они кирпичные, только они немножко по-другому выглядят. Таблички тоже похожи на оригинальные. А вот пол клёвый, мне нравится. Опять волки. Ну где ты, волчара? Выходи. Шестой этаж. О! Это уже не волк, а кто-то другой был. Семерочка пошла. Как вылезет? Только я сказал, и сразу звук слышали? Только я сказал, и тут же. Я помню, когда я был маленький, в детский сад мы ездили на троллейбусе. Прикольно, кстати, звуки мне нравятся. Ехали на троллейбусе, и водитель... Ой, блядь! Что-то там промелькнуло. И водитель плохо повернул и заехал на тротуар. Ему нужно было назад развернуться, короче, вот. Кого-то там зарезали. Не, клёво. Только яркость стояла сколько? 150, можно было поменьше поставить. У меня так сердце стучит. Тут. Вот. Короче, водитель там плохо повернул, ему нужно было нормально на дорогу заехать, короче, он... Опять на тро... Скорее всего, я к тебе... А может быть он сзади, ты где там? Может быть он сзади за мной по пятам идет, нет? А то я сейчас развернусь, если будет behind you. Все, он меня завалит. Так вот, короче, и мы... Вот. И вроде что-то с троллейбусом случилось, он, короче, заглох, он не мог сдвинуться с места. Ты не знаю, вылезет сейчас, нет? Я, пожалуй, постою пока. Хотел сказать, постою, пока это не утихнет, а оно и уже и утихло. Вот, короче, и троллейбус что-то за... Ай, бля! Ha ha ha!
Жалко, что я без фейскама пишу. У меня сейчас реально, я сейчас так испугался, блин. Я думал, ну я дальше продолжу идти, короче, рассказывать про троллейбус, и тут какая-то хрень вылезла передо мной. Вообще, блин, это было прикольно. Короче, прикол был в том, сейчас я быстро скажу, то, что он стоял, не двигался. Вот, что-то он заглох. И я говорю, ну я тогда был маленький, в детский сад ходил. И я говорю, вот он сейчас как резко сдвинется с места и поедет. И что вы думаете? Ну, сейчас в этой комнате. В этой комнате ничего, по идее, быть не должно. И тут. Вот, короче, и как только я это сказал, что он сейчас как резко сдвинется с места, и точно, буквально через там, ну, через несколько секунд, точно, он как резко сдвинулся с места, все аж дернулись. Представляете, прям я как в воду глядел. Так и тут было, я сказал, что... Так и тут, я сказал, сейчас как выпрыгнет, и тут же выпрыгнул, так и там, я сказал, сейчас как сдвинется с места, и тоже он резко, так, знаете, дернулся. Троллейбус, вообще так было прикольно. Привет! Нету. Кстати, еще в коридоре призрак-то не появлялся, когда назад надо отходить. Я думаю, может быть, там что? А вообще, как-то можно это дело менять? Я не знаю, когда ты моды делаешь, я просто в этом особо не разбираюсь, а только меняю текстуры и звуки. Когда ты мод, можно как-то менять по-другому, потому что когда призрак появляется, например, выключается свет. Да, а как-то можно это переделать, что-то по-другому сделать? Например, чтобы когда призрак появлялся, ну, например, фон красный становился. Во! Я так и не понял, что это было, что-то красное ползло по стенке. Звук, конечно, был очень громкий, поэтому я сделал чуть потише. Когда призрак появляется, свет выключается. А можно сделать как-то по-другому, чтобы что-то другое происходило. Не знаю. Кто там морёт все время? Не, что мне нравится, тут звуки очень прикольные, прям такие стрёмные и резкие. О! Да ладно тебе, чё ты, не спеши. Ну чё? Кто еще? Ой, блядь, кто-то... Это кто-то выстрелил! Такой звук был, как будто кто-то выстрелил. Такой хлопок. Вон оно ползёт. О, быстрее убегаем! Убегаем, пока ему нас не съело! Ой, господи. Вот это был хлопок. Прям по ушам мне, блядь. Правда, как будто выстрел. Знаете, чуть потише сделаю, это, блин, реально. Я понимаю, что эти звуки, чем они громче, тем страшнее, но на уши тоже давить неприятно. Поэтому я предпочитаю чуть потише сделать. Не, ну это было неожиданно. Я не думал, что прямо сейчас будет тупик. Тем более такой резкий хлопок, я думал, ну, просто звук. Когда хлопок услышал, я думал, это просто звук. Оказалось, что это был тупик. То есть не тупик, а это херня, как ее. Ну, тупик, да, правильно, тупик. Чё-то я запутался. Тупик, не тупик. Это развилка сейчас только первый раз была. Что это такое?
Я так и не понимаю, что это такое красное. Сначала мне показалось, что это какой-то паук по стене ползет. Паук какой-то, а сейчас что-то непонятное. Сейчас Don't Look At Me должен быть, вот мне интересно, как он будет выглядеть и что он будет говорить. Ой, блядь, бежим, бежим, быстрее, быстрее, что так медленно идешь? Скажите ему, что он так медленно идет? Дырка. Конечно, так нечестно играть. Потому что игра так задумана, что угадал или не угадал. Вот. А то, что так можно на пол смотреть, это типа читерство такое. Ну, не знаю, все так играют. Просто если хочешь подальше пройти, то и лучше так именно делать. Потому что ты вряд ли угадаешь. То есть ты можешь, например, из 10 раз, например, один раз не угадаешь, и все, и тебя призрак замочит. Сейчас должен быть Don't Look At Me уже. Жалко, что он только один раз появляется за весь спуск. По-моему, это он. Точно, опять хлопок. А... Что-то белое. Я не пойму, что это такое? Что-то белое, ну вот что? Не знаю. Какое-то существо. Ну что ты так кричишь? Не ссы. Все будет нормально. О! У меня мама вроде пришла, чуть потише сделаю. На камеру пишу, поэтому вы не все звуки можете хорошо слышать. Я думаю, большинство того, что было в игре, мы уже услышали. Опять дырка. Опять стенка. Вот классный эффект, когда стенка типа сыпется. Кирпичи. И мне еще нравится то, что на стенах типа цемент. Вот это типа. Прикольно. Обычно, когда кирпичи кладут, да, цемент этот потом весь убирают, чтобы он не оставался. А тут не убрали. Решили, а нафиг, так сойдет. Этот эффект типа хлопок мне очень, кстати, нравится. Прикольно такой. 40. Ну, еще долго ведь, если игра не вылетит, конечно. Когда в окне кто-то будет, я туда посмотрю обязательно. Хочу лабиринт теперь, чтобы был. Потому что лабиринта не было. Было все и... Ой. Опять орет кто-то. Тупик, развилка было, все было. Кстати, вы заметили то, что вообще в этой игре ты в основном идешь прямо, спускаешься ты только немного. В основном ты все время прямо идешь. Вот. А в оригинальной SCP 087 там наоборот, большую часть только и спускаешься по лестнице. Да и там прикольно менялось. Текстуры, стены становились более темные, лестница более ржавая, вот, а тут в этой игре ничего не меняется. Вот сейчас будет лабиринт, кстати, вот. Ну, то есть вообще не в этом моде, а вообще вот в этой игре SCP-087-B, тут же ничего не меняется, тут как есть, так оно и остается.
пытается меня запугать, чтоб я сбился с пути. Ну, я-то знаю, как идти. Вот, тут просто это самое. В обычной SCP там же менялось периодически. Там, например, этажей там сколько? 60 пройдешь и поменять текстуры, более ржавые стены. Пол, все ржавое такое, черное. Опять хлопок, опять тупик. Опять хлопок, опять тупик. Сердце стучит. Надо будет... Что-то как-то меня развернуло. Надо будет Что там? Сердцебиение снижает. Валерьянка или чего? Успокаивает. Что-то сердце как-то бьется. Тут. Так, ну что, все у нас было уже, да? Все. О! Так орёт, блин. Кого-то режут его. Сейчас развилка опять будет. Дырка все время с этой стороны. Что-то я в следующий раз пойду, наверное, налево. Сейчас, если 100 этажей пройду, игра не вылетит. Потому что она обычно, когда вылетает, она вылетает где-то под 100 этаж. Вот, если пройду 100, игра не вылетит, значит, можно попробовать, в принципе, пройти до конца. Хоть уже орать. Теперь пойду сюда. Вот. Что можно сказать, в принципе, мод мне нравится. Клёвый такой. Только единственное, что я не понимаю, это монстры. Какие-то они, не знаю, даже какие-то просто... Вот это я, кстати, не слышал, то, что сейчас было. Или слышал вроде в начале. Единственное, что в этом моде я не понимаю, это какие-то монстры непонятные. Так все остальное очень прикольное. Ну и яркость тоже надо было мне поменьше делать. Ай, вот это пипец. Вот когда он так выпрыгивает... Когда он так выпрыгивает, я главное знаю то, что он выпрыгнет в углах, выпрыгивает. И все равно, сука, боюсь его все время. Помню, вот сколько раз я, короче, иду. Так, это что, опять тупик? Я не знаю, что это такое. Я думаю, паук какой-то. Я иногда так иду, короче. А, сейчас опять развилка. Вот, останавливаюсь посмотреть на табличку, какой этаж. И бац, короче, тут в углу выпрыгивает призрак, и я пугаюсь, вы срач. В принципе, если я пройду полностью, если игра не вылетит, то вот вам будет полное прохождение, в принципе, сама игра там также все обходится. Просто я то свое прохождение, которое я начал делать, я потом запишу. Там просто без мода оригинальную игру. Теперь тут дырка. Вот теперь они будут с этой, наверное, стороны. Еще в окне не было. Вот еще, да. У нас все было, но только в окне еще призрака не было. Так. 64-й. Что-то как-то медленно идем.
Хотя вроде скорость нормальная. В коридорах что-то никого нету. Ну, давай появись. В коридоре появись. Бу. Шестьдесят восьмой. Видимо, им надоело в коридорах сидеть, они убежали. Чё, 70-й? Чё это было? Кто-то там ахахахает. Не знаю, чё-то в коридорах никого нету. Странно как. В этой комнате точно ничего не будет. Только может промелькнуть что-то в углу и всё. Вот тут может выпрыгнуть. Нету. Да я уже, блин, готовлюсь и все равно пугаюсь. Когда выпрыгивает. Ничего нету. Иногда стенку видно сразу, а иногда идешь, ее все не видно. Тут на развилке. Дырку-то сразу видно, если она есть. 75-й. Ну что, я не знаю, пока нет ничего-то никого. И в окне тоже никого нету. Так я не понял, что это такое. Красно-черное. 77-й. Опять! Не было, а теперь два раза подряд появилось. Может, кстати, третий раз появится. Интересно, максимальное количество сколько у вас появлялось подряд? Сейчас у меня, например, два раза попалось. По-моему, у меня было три. Как-то я играл, у меня было три раза подряд. Но это было на нижних этажах, когда уже после 140-го этажа вместо цифр... Когда уже вместо цифр всякие буквы, символы были на табличках. Вот тогда у меня три раза подряд попадалось. Я помню очень хорошо. Так, опять тупик. Я уж думал, неужели не откроется, все ждал звук этот, а его все не было. Думал, сейчас не откроется и все, меня замочит. Ну чё? Вот, теперь в окне, вот он. Ух, ёб твою мать. Какой-то звук все-таки резкий. Я не понимаю, что это такое. Ни красное, ни вот это. Не понимаю. Для меня это просто куча чего-то. Куча каких-то этих, что-то нарисованное и все. То есть я не вижу ни какого-то образа, ни какого-то монстра. То есть я не могу сказать, на что это похоже. Тот монстр, я думал, похож на паука, а на самом деле что-то другое. Восемьдесят третий. Опять кто-то там... Опять волки воют.
84-й. Я так могу, я говорю, я могу, в принципе, полностью пройти до конца. С кем, конечно. Игра не вылетит. Развилка. Блин, как они меня уже достали. Самое больше всего то, что я не люблю в этой игре, это развилки. Вообще вот в этой. И комнаты вот те большие. Потому что в них ничего нету. Пять. 88-й. Лучше бы так часто попадались призраки, чем эти развилки. Ну, игра-то по-разному генерирует. Я еще что-то холодно как-то стало. Еще рубашку надо одеть. 89-й. Сейчас, секундочку, я рубашку одену. Что-то, блядь, ветер какой-то на улице, что ли, блин, не знаю. Стал замерзать немного. Какая-то у меня рубашечка такая. Давай, блядь. 90-й. Хардоной! Бредергере! Ласковый! Блин, вот этот звук самый стрёмный, короче, вот этот хлопок.